Nokia 6233. Замена микрофона. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia 6233». Стандартные причины выхода микрофона из строя или его некорректная работа вызваны прежде всего тем, что влага и прочий мусор цементируют выходное отверстие на корпусе аппарата или микрофон попросту перегорает. Иногда для устранения проблемы достаточно аккуратно прочистить выходное отверстие. Меняется он просто. Заостренным инструментом поддеваем микрофон и извлекаем его из корпуса. Новый микрофон пинцетом устанавливаем в предназначенную для этого нишу. Положение контактов при установке не имеет значения, поскольку контактная площадка под микрофон круглой формы. Все, микрофон заменен.